Если взять все, что мы преподаем, это большая семья. Есть папа, мама, дети, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка. Так вам легче понять. Так вот, кунг-фу – это младший сын, младшая дочь. Это кунг-фу. Есть средний сын, средняя дочь. Это тайчингами. Есть старший сын, старшая дочь. Дао ян, дао ин. Есть папа, мама. Это вучи и вукук. Есть техника бабушка, дедушка. Это техника призрака и скелет. Есть техника прабабушки и прадедушки, то есть тем, кому за 100 лет. Представляете, сколько техник? Есть техники тех, которые уже умерли. До какой степени все систематизировано, выстроено и сохранено с 16 века. Феноменально. И это все нам передавали монахи. То есть даосские монахи, у которых мы обучаемся, они вот так вот четко, конкретно разложили, показали и сказали, для этих такая гимнастика, для этих такая, для этих такая. Эти занимаются этим.